концерт. Московский Нолан и Хилайкс. Ремиксы украинского Майлки. Трек называется Маринерис. Да плей. Слышит эти звуки, находясь на отдыхе. Кто-то, видимо, уже сейчас отдыхает на море, под солнцем на пляже. Пока я в этой студии создаю вам настроение. Не я один, конечно, с помощью целой кучи талантливых ребят. Все мы это делаем вместе. Чтобы придать красок вашей жизни. Черт, мы затем, надо исправлять! Ребятами-музыкантами, мы желаем вам отличного лета, солнца, отдыха, каких-то приключений, море позитива, чтобы все свершилось, чтобы все сбывалось. Главное, ребята, поддерживайте друг друга, уважайте дружбу, будьте едины, помогайте ближним. Это очень важно. В то время, которое мы живем. Вы понимаете, о чем я. Всем peace, респект. С вами был Бес. Пока. Come on.
快拿去。 我抓好 C4 Белая цель, как дуэль.
Также проанонсируйте ивенты подробнее. И хотя этот человек является новичком в трек-листах нейропанка, на самом деле это настоящий гудфазер всей отечественной ДНБ-сцены. Это тот самый диджей, который первым привез в России джангл драм энд бэйс. Первым сделал программу на радио, посвященную этим стилям музыки. Первым начал водить иностранных гостей в Москву. Это Женя Груз.
проходил у нас тоже. И вот Менфорд появился из ниоткуда, пришел и порвал весь компетишн своей крутой идеей исполнения. Бега. Также являются одним из участников нейропанк-фестиваля в Санкт-Петербурге, который пройдет совместно с World Drum & Bass, но об этом чуточку попозже. We'll be right back.
альбом за всю карьеру. Да, по олдскулу. Thank you.
представитель Дальневосточного федерального округа, перебравшийся в Москву. Юра Трафик. Трафик на другую планету. Дабло играет сегодня у нас в выпуске. Я, наверное, как и вы все, очень долго ждал того момента, когда сяду писать наконец-то новую часть подкаста. Как говорится, редко, но метко. Материал скапливается постепенно, отбирая только самое-самое лучшее. Соответственно, раз в 4 месяца кайфуем. Давно ему не было слышно, и наконец-то он вернулся к нам со своим треком Deceleration. Мирофан-фестиваля в Санкт-Петербурге. И наконец настало время анонсировать это событие. Произойдет оно 25 октября в клубе А2. И что примечательно, произойдет оно совместно с таким большим ивентом, как World of Nights, который возвращается в Санкт-Петербург. Все будет на двух огромных площадках, на большом ВДБ, на второй, которая вещает 1000 человек, наш нейропанк. Вся подробная инфо на drum.ru. В Москве же World of Nights пройдет отдельно от нейропанка, состоится в клубе Space. Будет 13 сентября. Соответственно, инфа там же, drum.ru. Уже можно купить билет. По-настоящему летние мотивы на волнах нейропанка. Сторона будущего релиза от One by One на Atom Records. Тоже пока трек никак не названный. Ближе к делу, как говорится, разберемся. Следите за новостями. Ребята валят, дай боже.